toho máš!
genre de vieux match de Blood Bowl. Je suis accro à Game of Thrones, la série d'HBO. On ne sait jamais quel labo ont accusé les auteurs ont tué dans la trotte souffrance. C'est d'un brutal. Ensuite, j'ai du Docteur Plus, un voyageur mouton infecté par la friture de Nurgle qui se promène dans l'histoire et contamine tout le monde. C'est du bon, mais c'est un peu capillotracté parfois.
même chose. Un bon passeur égale mauvais passeur. Énorme.
joueurs sont proches. Le combat paraît inévitable. Нет, обычная раскачка, как говорится, бесконечная. Там просто потом будет на дивизионы делиться, ну, исходя от количества ТВ-команд. Но это в будущем, пока что первый сезон нулевой. Так, он перепрос потратил, я вот отвлекался, у меня есть подключение. Так, и у меня отлетел лидер. Ну, перепрос я потратил. А, даже не потратил. Он улетел вместе с ним. Ну и хуй с ним, ладно. Нет, резолюшена здесь нет. Обычная раскачка. Короче, все вручную. Так, здравствуйте, красные. А, нет, не красные, в один куб. Смертный волк. Встаем, походу. Здесь тоже будем вставать. Здесь тоже вставать. Так, теперь что? Бросок бомбочки. Меченосца. Думаешь, они упадут? Я хотел, как его, гуля кинуть бомбочку. Вот, допустим, падает, потом здесь в один куб бью голема, освобождаю блицера. Брат, там не без огрехов.
так что давай лучше так. Потому что Вайт, ой, как его, Гуль, Блоджер. Так, ничего, я же... Нажимал правой, ой, левой, надо правой. Пропускаем. Хороший бросок, я ожидал его. Ну ничего страшного, ладно. Там даже была бы та же ситуация, что сюда бы кидал, что туда. Так, пробой заходит хороший. Че удивительно, МБ. Так, ну че, он может занести? Так, ну... Короче, понятно, тоже особо не заходит местами. Остри нокаут. Ну ничего, мы тоже песика выбили. Да, у меня... А! Бомбы, я его пробил, свой блоджер, ясно. Может, как весь фланг отдал. Замечательным броском. Так, ну да, ну давай. Quel a été ton meilleur moment dans ta carrière de joueur, Bob? Le jour où j'ai marqué mon premier touchdown. Juste avant, j'avais arraché la tête d'un type qui m'avait saoulé dans les vestiaires. Pour rire, je lui ai collé le ballon sur la nuque et j'ai envoyé passer tout dans l'embut adverse. Les arbitres ont dit que c'était trop. Eh, блядь, не нахуй. Лечим, конечно. Так, пропуск игры. Расщемление нерва. Седалищного, блядь. Так. Ну, мастера на кубовых. Так, мастер, блядь, чего мастер?
сюда ударить, допустим, освободить тут шею, колейку его, блядь. А что мне это даст? Может, что-нибудь и даст, ладно. Так. Так, у нас пробой хуёвый. Сбивать нас там будут. Как бы милости просим вам. Так, ну держать надо. Даже вот так. Ударим в один кубик. Переброс надо осваивать хуй. Так, бомбочку, что я с ней могу сделать? Не, давайте вот сюда, чтобы его еще под удар не прикатили. Волк, допустим, раз, да, не уронит. Вот, не, давайте сюда. Да. Хотя ему может занести просто и все. Аптечки у нас нет. Как папа нет, нам должен смерть. Так, 2-2. Или нас еще по 2 куба. Хотя не здесь ассисты. Надо Фалилу тогда подводить. Нормально. Я бы двойку выбирал. Если он меня двигает, я могу освободить бомбера. Ничего, мы и стаклзон будем кидать. Норм план. Я знаю, как любят сдалить игроки вышки, блять, до посинения. Оп. Так, не будем вам перебрасывать, я думаю. Так, что бы нам тут сотворить? Встаем. Допустим, бьем, да? Тут красненькое, все красненькое, чудесненькое. Бомбочку, наверное, кинуть вот сюда лучше. Появится удар вальта. Ладно. Так, стоп. А, наверное, да. Thank you.
здесь. Так, кидай сюда бомбочку, допустим. Да, давайте сначала кинем, потом будем уже вставать и смотреть, куда прицел. Перехват аж целых 3. Выбирай, кем сделать. Так. Переброшу. Ух ты же, блять, как кинул. Минус мув. Кинул хорошо. Ох, блядь! Ёб твою мать, блядь! Пардоньте, нахуй! А вот тут отсюда интересно, блядь, становится. Ох ты ж, ёбту! Так, тогда идем сюда. Здесь встаем. Блицуем здесь, как я и предвидел. А, ладно, не получился. Ну, зато бросок был. Бомбочки. Хороший. Не зря перебросил. Мув и смерть, блять, с одного броска. Это, конечно, жестко. Так, шестерки снова сопляжуй. Ну, сопляжуй, как говорится, с свои 60 кг отыграл на пол. На все 100. Так что... Он может как-то. Один на один. Так, ну тут повнутрь надо там заталкивать, я думаю. Хороший удар. Божественный. Так, нормально. Отлично. Так, качнулись еще. Минус сила. Перманентки, блядь, пошли. Что этот Bloodball, блядь, как? Так, а чё я, блядь, могу тут сделать? Да ни хера, пока что. Блицануть его. Ну, допустим.
плюс, 2 плюс, 2 плюс. Там еще один куб нахуй ударить. Ладно, встаем. Здесь, здесь, здесь тоже встаем. Ладно. Хорошо, хорошо. Хорошо! Ну как бы не все оппоненты кидать. Черепа, правильно? Он сколько кинул, блядь, за последний ход? 4 штуки, а я всего лишь 2. Ну я хотел как бы блицевать здесь, потом вставать на вайта на этого, потом бить здесь в один куб. Желательно валить и потом доджить и вставать на этого лайта. Ну, как-то попробовать задержать. Но это я хотел. А игра-то не хочет. Ну, бомбочку, конечно, кинули, но замечательно. Чем не скажешь, смерти минус мув. Переброс даже потратили на это. Не зря. Сопляжуй, вовсе не сопляжуй. Перебросов у него нету на подбор. Может быть. Дадишь, может и повезет. Че, и выкроем с этого. Или вот этот персик, допустим, сейчас захелит. Нет, нашел пятерочку. Так, как пойдет, а нет. Я думал, он наверх пойдет. Там сейфови ударить. Чем блоджер бить. А, хотя он блицануть его может, вай. А, нет. Пойдем, надо подбирать. Все подобрал, короче, ну это занос. Я бы даже бы отошел бы здесь. Чтоб я не добегал никак даже бы через грязь. А через грязь могу выпукнуть, да? Так, 4 плюс, 3 плюс. Ну, будем пробовать. Будем попробовать. Так, нормально. Какие-то злые некры сегодня. Через чё? Так. А вот чё? 4 плюс. Да, но есть шансы. Тогда лучше, наверное, с этого и начну. Лучше на это переброс потратить, чем на ГФИ. На ГФИ. J'aurais peut-être quelque chose de profond à dire quand les joueurs.
Давай, давай, блядь! Эй, ладно. Ну, шансы неплохие были, если честно. Я бы заносил из перебросов бить такое себе. Три куба он все равно не найдет. Так что надо просто заносить, не выеживаться. Ну все равно же бить не будет, ну. Че тянуть время? Пила вот у нас походу на один драйв выйдет, да? А, нет. А, надо подумать. Так, пес тоже встает. Так что справедливо у меня моих трое встало. Но пила вышла на один драйв. Это плохо, бля. Ну ладно. Сопляжу, в принципе, за пилу. Ой, за двоих. Как говорится, задачку выполнил. Так, ну чё, кто у нас в пас хочет поиграть? Так, тебе качнуться надо, да? Так, ну вы сюда, ребятки. Тоже сюда. У кого там СПП-шечек мало? 11-6. Давай-ка поменяемся. Чёрков надо качать. Переброс у меня тут более есть. Так, какой идет подороже? Так, они все тут хороши. Так, ставим вот так. Бамс. Связующее вино. Быстрый снэп. Так. Молодец, умеешь, блин, так. Так. Там бросало, а кто тебя там бросал?
особо не помню, то есть состав. Так, мячоков надо качать, я думаю, 3 куба это вполне. Вполне сейфово, блин. Так, еще нужен помощник, блядь. Так, в пас поиграть или не попилить надо, потому что понимаю, это в плане раскачки выглядит херово, валить-то надо, потому что его надо юзать как. Так, попилим, а потом будем уже. Так, ну ладно. Теперь можно и в пас. Кому? Тебе? Чё там, блядь, не видно? 3+. Tu as vu cette passe, Bob? On a parfois tendance à faire des opérations subtiles, tellement on est obnubilé par la soif de sang. Криворукий, блядь. Подбирать умеет, ловить нет. Учтем. Так, пила сейчас у нас все уходит, и того у нас будет минус один. В 9-ром играем. Ой, в 10-ром. Aucun des joueurs KO ne s'est réveillé à temps pour le down suivant. C'est un drôle de rêve qu'il doit faire. Ou grotte. Un joueur de moins, c'est facile à remplacer. Bon, je trouve ça vite. Ils doivent conserver la possession du ballon. Une contre-attaque serait terrible. Je comprends pas que les armes secrètes soient encore interdites. Так. Так. 7-10, да? 10 на 10. Так, ты идешь подбирать. Так, ребятки у нас будут бить. И бить будут больно, да? Хотя, наверное, нет. Черк у нас будет голема какого-нибудь держать, да? Сейчас придут тут големы, всякая их хренобобина. Так, голем хорошо придумал, встал. Нравится.
блядь, 2 минуты просто дали, ой, 3 минуты лишних. Свои ожидания, да. Так. Рисую черком. Понимаю, выглядит это. Так, раз, два. 3, 4, 5, вот сюда, да? Так, встанем сначала. Вот так вот. Чёрком, он не ожидает этого, а оно будет, да. Вроде без ГФИ, без прочих херобовины. Так, стоим. Заходит, да? Так, и перебьем здесь. Следуем. А теперь тут. Не уронили, ладно. Стоим. Идем сюда. Бьем. Так, а теперь что с мячом, блядь, если мне вылиться под двор мяча? А здесь тоже околеть нельзя план. Так, раз, два, три, четыре, пять. Да, не спрятаться особо негде. Ну че, подпирать надо. Так, ну не страшно, брат. Я думаю, что так выйдет. Пес может навалиться. У нас тут как бы трое есть игроков нормально. Должны справиться. Поэтому не люблю я эти какие автогероллы. На двоечку могут повалить. И еще прийти на мяч, да? Еще вот здесь вот дырку. Псом, допустим. Вот этим. Пробежать он может сюда. С ГФИ. С двумя. Шестерка. Хорошо.
8-9 с одним ГФИ, да. Могут тут проблемки образоваться. На мяче у нас. Так, ФИ номер один. Хорошо. Так, перебросить как еле. Это нормально. Так, это на мяч. Флаг ФИ. Потом блиц, понятно. Куба, а потом один. Так, он находит их. Только главное не пробиваться. Ну, блин, пес. Так, мячик упал. Вверх. Ну что, времени не хватает, как обычно. Хорошо, что игра не по 5 минут ход. Так, нормально. Не устраивает. Такой размен. Самовыпил, как её. Упал, выпил в тюрьму, блядь, да? Да, выпил, упал в тюрьму. Сделаем по уму. Так, ты идешь сюда. Ты блицуешь. Стоять. Идешь сюда. Так, тебя освобождаем, да? Или хотя... Стоим. Так, пробой. А где у нас еще двухкубовый? Вот здесь, да? Следуем за ним. Ce joueur a fait attaquant, il transpire la faiblesse.
Так, нормально. Так, теперь... Не, сначала тут. Так, теперь здесь. Нормально. Отшевыриваем его нахуй. Повыше. Следуем. Так, теперь здесь. Так, нормально. Могут тут завладеть мячом. Могут. Только пробиваться можно, но не совсем только. Не на совсем, пожалуйста. Так, ДФИ не удается. Опять он тратит. Так, теперь блиц будет меч. Ой, в эту. Так, в таклиста. Песик. Интересно, куда поедет? Так, нормально, приехал. Ни хреново. Так, ну, нормально. Так, норм. Мне, в принципе, нравится. Здесь просто встаем. Блицевать, походу, придется нам черком. И потом идти им на мяч. Да. Потом бьем здесь. Здесь. Да, нахуя, черт. Так, нормально. Если я не надо следовать. Так, где у нас тут тифовые удары еще? Теперь с блоком, да? Вот здесь есть. Так, нормально.
потихонечку выпиливаем. Так, опять здесь надо ударить. Желательно успешно. Так, здесь, допустим, он меня бьет, освобождает Гарда. И Гард идет сюда, и могут быть проблемы, да. Так что надо бить. Шестерки сейчас все скинем нахуй. Так, а у него 7 броня и стоимость 170 ТВ. Подожди, а что у него там за навыки? Я не помню. Глаза закатываются. Ну а чё? Я тут должен кидать, правильно? У меня тем более 4 переброса. И Горда мне освобождать, но никак нельзя. Согласись. У меня и так геморрой на мяче. Здоров. Так, шестерочка. Только не пробивайся. Пожалуйста. Последний переброс. Навыки злые, додж, ставить себе блок, три клетки. Даже не знаю. Так, проблемки у меня. Нехилые. Знатоки взяли дополнительную минуту. Так, хуй не кидает. Уже хорошо. Так, допустим, я здесь встану. У меня появятся кубы. Мяч. Давайте без, блядь, пока без вот этой хуйни всякой. Шестерка нормально. Так, раз, два, три, четыре. Под
убираем снизу. Теперь ГФИ. Что этим, нами лучше вот этим, да-да. И потратить переброс на это дело. На важный удар. Так, вот это хуёво. Это уже лучше. Пробой своевременный, да еще и с травмой. Так, окончательно. Так, ну это меня устраивает. Так, теперь погнали здесь. Псов на поле больше нет. Нет. Встаем. Да, лучше ударю здесь. Нормально. Так, здесь идем вот сюда. Остаемся на големе. Растаскиваем. Ушел годам, там все веселее. Ну. Гард не освобождается. Да все мы здесь бомбим. HBB. Так, подберу, наверное, все-таки с перебросом буду подбирать. Бомбеж без регистрации и смс. Так, а я и не буду подбирать этим. Вернее, я не собирался им подбирать. Но видите, нормальный тоже кубы кидает. Чё горит? Так что все справедливо. Так, значит, блицуем мы Горда. Только надо, блять, так встать, чтобы он ВКонтакте оставался. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да.
Вулфганг, да, даже вот так будет классно. Так, этим подбираем после ударов, естественно. Так, стоп. Так, теперь, наверное, подберем. Да, я думаю. Потратим переброс. Так, сюда может прийти кто? Сюда может прийти Калем. Дальше пойдем здесь. Все, больше не бью, хватит. Испытывать судьбу. Есть тут кубы в меч, конечно. 4 плюс, 2 плюс. Так, ну тут помарчить могут, да. Не больше. Так, вот этого мы не учли. Нормально. Так, ну мячик толкать можно вниз, куда хочешь. Так, Уайт еще может прийти на мяч, не более. Так, вот так, значит, да. Так, ну побьем здесь. Стоим. Блять, бежать надо, если сейчас, подождите.
Носящий нужен, согласен. Ладно, будем рисковать. В один куб, блять, бля. Фиксовать придется. Так, не, здесь надо бить кровь бизнесу. Так, качнулись. Ну хоть качнемся в этой матче. Немножко. Как бы везде траблы. Оппонент. Забегал тут, понимаешь ли. Так.
Жадина говядина, да, в жопе шоколадина. Так. Вот этим подбираем, даем вкладку. Потом бежим сюда. Делаем пас. Чтоб не освобождал голема, подстраховались. Так, теперь, наверное, жесть, жадность. Еще не все потеряно, как бы есть шансы. Шансы есть. Правда, бежать из ГФИ. Я бы и там бы не подобрал, как бы, ну, до удара. Так, на мяч может прийти еще пассажир. Ну, а больше никак. Либо далеко пасовать. Те же кубы самые. Тут и так сейчас много кубов кидать, как бы, до хилища. Было лучше встать на эту. Встать на... Так, пробой. Кто у нас мяч-то подбирал? Так, этого надо валить, чтобы пробежать можно было. Раз, два, три, четыре, пять. Бросалы, блять, это вот какие-нибудь раз, два, три, четыре, пять. Херня полная, блять. Как по мне. 5 плюс перебрасывать с актрироллом, это, блядь, нахуй. Будем мы еще ему шанс давать или нет?
Эх ты, бля, криворукий хуй. Теперь вот вопрос. На засыпку, блядь. Бежать 2 ГФИ. Или же 4 плюс. Ну, как бы да. Ой, блядь, ПП, какой ПП. Я там сглупил, что-то не поверил, бля. Дот 4 плюс вайту, ой, там, големом. Надо было все-таки его убить, бля. Ну ладно, хуй. Так. Черт, качнулся до брони. Молодец. Апается каждый матч. 4 травмы. На 2. 13 пробой. Ну, пробой ровный. 8, 13. 12.